Добрый день, подписчики и гости канала. На канале Гентерзин появился монстр угорь-каннибал, который поедает своих сородичей. Для того, чтобы его поймать, нужно поймать сначала 5 угрей и отпустить их, выполнив миссию кукла угря, получить наживочку и, соответственно, приступить к ловле самого монстра угорь-каннибала. Сначала рассмотрим, как ловить непосредственно угрей. Собираем себе снасть, берем фидерное удилище или донные, ставим крючочек двоечка, единичка, 1-0, ставим куски рыбы средние, и заходим на локацию. Заходим на локацию Урбанический рай. И сразу зайдя на локацию, подходим к краю и делаем забросы на 30 метров или на 120 метров. Посмотрим наши точки. Первая координата 444 на минус 448. Это заброс в районе 25-30 метров. На куски рыбы средние будут приходить хорошо европейские угри. Также можно сделать заброс на дальнюю дистанцию 120 метров. Ну, обычно я, когда прихожу ловить угря, я раскидываю ближнюю и дальнюю дистанцию, и можно достаточно быстро их поймать. На дальней дистанции координата 386 на 522. На самом деле можно не ориентироваться по координатам, а забрасывать просто по всей длине на 120 метров. И, соответственно, ближний маркер забрасывать порядка 25-35 метров. То есть в среднем 30 метров заброс. На этих дистанциях будет приходить хорошо угорь. Поймав 5 угрей, переходим к ловле непосредственно монстра. Монстр у нас обитает на дистанции от 90 до 100 метров. Координата его обитания 415 минус 484. Ставим крючок 2-0, ставим нашу куклу угря и делаем заброс. Достаточно быстро нам придет монстр, и, соответственно, мы выполним эту миссию. Дальше будет идти небольшая нарезочка, как ловились угри и как непосредственно ловился монстр угорь-каннибал. А на этом все, спасибо большое за внимание. Если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приходите на стримы. Всего вам самого лучшего, до новых встреч!